Детки, запасайтесь попкорном и позвольте мне рассказать вам историю о космическом викинге Торе Одинсоне. Он не был обычным человеком. Он был богом. После спасения планеты Земля в 500-й раз Тор отправился в новое путешествие. Он привел себя в форму, превратив тело толстого папаши в тело бога. И после всего этого он вернул себе свой титул как единственный и неповторимый Тор. Ой, тут я поспешил. Джейн? Марвел представляет. Моя старая бывшая подружка. Когда это было? 3-4 года назад? 8 лет, 7 месяцев и 6 дней плюс-минус. Кажется, тут замешаны чувства. Ну да, точно. Единственные, о ком заботятся боги, это они сами. Так что вот моя клятва. Все боги умрут. То, что ты там сделала, это было впечатляюще. Это был мой первый плохой парень. Первого никогда не забудешь. Ты не такой, как другие боги, которых я убил. У меня есть то, за что стоит сражаться. Тор. Любовь и гром. Давай-ка поглядим, кто ты такой. Я снимаю с тебя маскировку. И щелк! Оу! Ты перестарался, черт возьми! Может, ему помочь? Давай досмотрим. Виноград?